каком она будет масштабе, потому что люди приходят на каток, очень много людей сейчас ходят в каток, на катки на разных, мы бываем в разных городах. Москва – это Красная площадь, постоянно забит каток. А другие катки, на которых мы бываем, тоже они постоянно полны людей, которые просто катаются, общаются. И мне кажется, это так здорово. Не нужно... Кто-то учится делать какие-то элементы, это здорово. Но даже когда люди просто выходят на каток, взявшись за руки, катаются или сами скользят по льду, проводят время на воздухе, мне кажется, это замечательно. И... Это мне видно конца, на мой взгляд, что очень приятно. Потому что, честно вам скажу, который год мы приезжаем к вам в гости в Ростов-на-Дону, ездили по городам России и становимся старше, но тем не менее, глядя на шоу, на наше, я смотрю, и оно не становится хуже. Хотя мы вроде бы и взрослеем. Видимо, может быть, не такие супер технически сложные элементы мы выполняем, хотя некоторые вещи, то, что вы увидите сегодня в нашем шоу, и не каждый любитель сделает, не каждый сможет их повторить, потому что это правда очень сложно. И я как завороженный смотрю и думаю, как Рита Спойлова, как Оксана Домнина, Максим Шабалин, как Навка с Костомаром и Гудин, как они все это делают, как возможно вообще научиться так владеть коньком, что это меня это завораживает. Наверное, причем я начал это понимать, наверное, буквально не так давно. И это какое-то волшебство, наверное, поэтому, что существует это волшебство, что оно, и люди его видят, поэтому до сих пор на нас ходят, ждут и любят, я думаю, надеюсь. Буквально два слова пожелания взрослой любительской группы по фигурному катанию, которая существует в этом виде спорта уже очень много лет. Терпение, во-первых. Очень важно, чтобы, если такое серьезное отношение, чтобы взрослые фигуристы иногда хотя бы общались с профессионалами, тренерами, да, ну, я имею в виду, брали какие-то консультации для того, чтобы не застаиваться, идти немножечко вперед. Понимаю, что это не так просто, но тем не менее это нужно делать иногда. Но и получать, наверное, то удовольствие, которое всегда получают люди, выходя на лед и катаясь либо по одному, либо в парах, либо все вместе, группой. Мне кажется, это здорово. Удачи. Спасибо.